категории очень важны, родной. Почему? Ну вот у вас на Земле. Как вы определяете, кто сколько должен зарабатывать сейчас? Ну, это на глаз. Дикари, послушай, я тебя полюбил, я тебя научу. Если у тебя третья категория есть, ты имеешь право заказывать красную камеру. И перед тобой директор не один, а два раза должен приседать. Если у тебя первая категория есть, всем малиново, какую технику ты заказываешь. И перед тобой и директор должен два раза приседать, и исполнительный кул делать, и режиссер не имеет права на тебя орать. Никогда. У меня такое предложение, родной. Ты нам договор сейчас подпишешь, а мы тебе потом аванс заплатим. Идет? Спасибо, меня кидали уже. Может, Шаурил показать? Шаурил-то лучше категории покажет, что я могу. Длинный. Показать вам? А Шаурил не нужен, родной. Как не нужен? Мы его не будем смотреть. А ты не волнуйся, Владимир Николаевич. У нас другие кандидатуры есть. Твоя все равно спорная. Не понял. Я в интернете написал, мне резюме наприсылали. А Шаурил не нужен, родной. Он только лишний трафик жрет. Озвучено Voice Acting по версии Поморин и Кон.